Добрый день, это канал Максимадзе, и мы сегодня будем завершать прохождение игры «Как достать соседа» портативная версия для Nintendo DS. Осталось у нас всего три уровня, это Мексика и финальный уровень на корабле, собственно. И первый уровень называется Bread Bowl, конечно же. Да, то есть у нас как бы во второй части у нас как бы после Индии должен быть уровень с кораблем, что логично, мы отправляемся типа в Мексику, тут мы сразу с Индии в Мексике появляемся, потому что этот уровень вот здесь находится теперь. Собственно говоря, два корабельных уровня подряд. И мне кажется, лучше бы... впрочем, не важно. Как сделали, так сделали. По консольной версии, по порядку консольной версии же идет, как бы. Red Bull, короче, начинаем. О, господи, задолбал этот газонокосильщик. Не знаю, слышите вы его или нет. Хотя, может, это не газонокосильщик. Что-то слишком уж громкий он для газонокосильщика. Так, короче, берем рубин, берем. Ой-ой, бежать надо. Да не, давайте заново, и так дело не пойдет. Давайте попробуем еще раз, но хватать надо быстрее все. А, нет, я знаю, как надо сделать. Нужно... Сейчас, короче, сами поймете, как. Отсюда надо начать брать предметы. А теперь валить. Да, какие же тут пиксели на лоб лезут. Это просто жесть, конечно, вообще. Так, ладно, собираем все предметы, как обычно. Попробуем рискнуть, что ли. Проскочить туда. Вуди-то в этой версии быстрее ходит на цыпочках. Ух, успел. Надо было еще подождать, пока Маша просто уйдет. Так, и теперь идем туда. Там у нас сломик находится. Которым нам нужно будет открывать эту фигню. И у нас есть довольно-таки немало времени на мини-игру на эту. Давай быстрее уже, ну. Попробуем. Есть! Отлично. Начинать стоит с этой. С быка начинать здесь следует. Потому что с него выпадут эти монетки. А еще надо открыть ломиком вот это вот дело. Так, используем смолу. Липкую заразу. Mm-hmm.
Монетки тут только из быка мы получим, поэтому начинать надо действительно с него. А теперь установим, покрасим краской скамейку и тинтишечку в шахту положим. Отлично, это мы сделали. Сделали на раз-два. Теперь нам надо проскочить еще раз туда. Теперь используем рубинчики. И вот эту вот штуку, чтобы кинжальчик подточить. И первая пакость сработала, и монетки выпали. Монетки, сами видите, как ужасно выглядят. Так, кукурузу используем. И берем... Нет, я сказал взять монетки. И сделать вот так. Все, теперь пакости готовы. Остается только спрятаться и досматривать пакости. Как известно, быки очень ненавидят красный цвет. Об этом также символизирует не только эта пакость, но и недокрашенный забор и след ковбоя на земле. Давай. Не так красиво сжало, потому что плавности никакой нифигатушки нету в этой игре. Это вот в консольной версии можно с наслаждением смотреть, а тут нифига. Отлично, осталось две пакости. Это пакость с попугаем и лодкой, естественно. Заколебал он уже, если честно. Этот уровень мы прошли на раз-два вообще, на самом деле. Так, следующий уровень у нас Пиглет. О нет, господи, какой Пиглет? Пикник-бот, извиняюсь.
И на этом уровне нету мамаши. Мамаши на нем нету. И кроме нее также еще нет третьего этажа. Но появляется собака. Что она здесь делает? Точнее, это он, я так понимаю, соседа. Что же он здесь делает, я вообще не в курсе. Но он будет нам большой помехой. Не успели, к сожалению, взять перчик. Ну да ладно. У нас еще будет такая возможность обязательно. Но пока что надо с помощью банки взять вот этих термитов, которые, ну, просто точечки вообще здесь. Ой, извините. А еще надо вот этот вот мусорный бак нам обшарить. Отлично. На раз, два. Народ мексиканский испортился немного. Есть такие вы люди. Кто-то совершенно новые усилители роста для растений выбросил. Да, третьего этажа здесь нет, то есть я даже камеру не могу повернуть туда. Здесь мы начнем с ванны. А в ванну цемент. Цемент надо нам положить. Не, вернее, не в ванну, а в соли для нее надо цемент положить. Для чего здесь цемент, кстати, и... Хороший вопрос. Тут вроде ничего же не строится. Держи, друг сердечный. Кушай, не обляпайся. Приятного аппетита. Так, усилитель роста используем. Он у нас здесь вместо куриной ноги, как было в оригинале, когда соседа 2. Давай уже быстрее, а. Так, отлично, осталось только подождать, пока улей можно будет раздобыть. А еще сделать пакости с быком снова.
Ну давай, купайся в цементе. Цеменщик фигов, блин. Хотя какой цеменщик? Не его же цемент-то. Ах, отлично. Теперь хватаем этот улей. Да, эту подкову или что там упало, он поставил на место, но улей трогать, естественно, не стало. Ну, конечно, пчелы сожрут его нафиг. Давай. Отлично. Видите, как Ольга сидит у нас тут? Кривая анимация, короче. Отлично, и ждем последнюю пакость у нас теперь. Тут что-то, короче, Леха мне написал, потом отвечу. Скорее всего, это связано с... Скорее всего, он ответил на мои... эти выводы про переиздание первой части Red Dead Redemption на PS4 и Nintendo Switch. Я разочарован. Люди хотели эту игру на ПК, ее не выпустили на ПК. Люди хотели новую обновленную графику там увидеть. Потому что игра 2010 года, а графика устаревшая. Люди хотели бы что-то большее увидеть. Ну ладно, я думаю, если бы она хотя бы вышла бы на ПК, проблем было бы меньше. Это одна из главных причин негативных эмоций. Что ее нет, что ее на ПК не выпустили. И последний уровень, финал. Каникулы у нас подходят к концу. Ну и в отличие от консольной версии на GameCube и на эмуляторе Dolphin, который мы проходили, здесь нам бояться нечего. Этого глюка с попугаем здесь, в этой версии и на этом эмуляторе не случится. Это точно, за это можно вообще не беспокоиться. Так, начинаем отсюда. С этого ковра. Не знаю, правда, как он висит вообще. Я только сейчас задался вопросом, как он висит и не падает туда, вниз.
Нет, это газонокосильщик все-таки. Он реально уже задолбал, если честно. Да блин. Отлично. И используем вот это. Теперь нам нужно взять рыбу и испоганить, усовершенствовать в кавычках запах цветов этих прекрасных. Короче, хватаем стекло и делаем вторую пакость с этим ящиком и с люком. У нас полно времени, потому что сосед там будет, короче, долго стоять плакать из-за того, что... Эх, как ему-то, ему так и не удалось завоевать любовь Ольги. И, видимо... Ой-ой-ой, это вот продуть точно нельзя нам. Кстати, вы видите, вот этот белый кусочек вот этот на стекле, это неприятная вещь. Водоросли использовали, водоросли мы получили из этого ящика. Опа! Залезаем сюда и контролируем этот шарик пока. Ты давай, держись, шарик долбанный. Падает уже вниз шарик этот заразный. Давай, давай, я должен его контролировать. Хватаем тряпку и бежим скорее туда. Пока он там пытается вылезти, у нас есть время, чтобы сделать, чтобы добыть ключик. Таким вот немножко необычным способом.
Пунш. И штурвал. А теперь надо сматываться отсюда быстрее. Отлично, мы на идеал прошли все эти три уровня сегодня. Да и, по-моему, мы вообще прошли все уровни на Perfect в этой DS-версии. Легче что-то нам, у нас это получилось, чем в консольной версии как-то. Особенно после того, как я научился проходить эту мини-игру с шариком и лабиринтом. Да блин, ну он достал уже реально. Газонокосильщик сраный. Я даже звука из игры не слышу. И задолбал, я сейчас закрою окно, пойду. Просто я так уже не могу. Задолбал газонокосильщик этот. Его все равно слышно немного, но не так сильно. Проблемы со звуком немного. Короче, что можно сказать по этой DS-версии? Как я уже говорил, играть в эту версию можно, а вот советовать друзьям не стоит. Честно, я не очень сильно порадовался этой версии. Ну, как-то наслаждения от нее такого не получаешь, как от консольной версии от оригинала. Пакости смешными не кажутся из-за того, что пиксели лезут на лоб, и анимации-то анимации, я так понимаю, здесь даже меньше 10 кадров в секунду. Проблема этой игры, она заключается в том, что ее делали-то не для DS. Вот те игры, которые, ну там про Марио, даже Super Mario 64, которые там с трехмерной графикой, выглядит куда лучше, чем когда соседа. Вот они там выглядят очень хорошо, даже несмотря на то, что слабенький пиксельный экран DS там прекрасно выглядит. Когда соседа выглядит очень убого. Пиксели лезут на лоб, коричневый звук. Коричневый звук, он это как бы... Во многих играх DS-ки используются полифонические мелодии, которые DS-ка тянет вообще без проблем. А здесь-то никакой полифонии нет, здесь очень ужасный коричневый просто звук. Ну и самый жирный минус — это отсутствие уровней из «Когда встретишь соседа» первой части. Это самый ужасный минус. Если бы они были бы, все это я бы расстроился не так сильно. Я, может быть, даже порадовался. Тогда я игру даже бы, может быть, и простил бы. Ну а так, честно, я расстроился. Не очень хороший этот порт получился. Очень посредственный порт с консоли, короче, это у нас вышел. Ну а давайте на сегодня закончим. Мы прошли, наконец-то, DS-версию. Я думаю, мы версии для андроидов тоже пройдем для мобилок. Я же по всем официальным версиям хотел пройтись. Так что ждите. Спасибо за просмотр, с вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримский канал, влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте, и всем пока.